Привет. Прошедшие выходные, это было с 3 по 5 августа, я попал в Литву на первый гендерный лагерь, который произошел в лесу неподалеку от Поневежеса. В этом лагере обсуждались различные проблемы, как связанные с феминизмом, так и с гендерными исследованиями. Там же были и анархисты, и разные другие люди, музыканты. В общем, все было довольно интересно. Вот смотрите дальше ролики об этом. В Вильнюсе снимать все не дали, потому что автобусный вокзал считается стратегическим объектом. Сейчас вот мы находимся в Поневежесе, это то место Литвы, откуда у Литвы растут ноги. Обратите внимание, вот на заднем фоне какие-то дома с непонятными словами. Дальше мы едем в лес. Следующий кусок будет из леса. Как он будет, это самое, мы ему потом скажем, что в нем феминистки спали и лесбиянки там друг друга вообще тучами радовали друг друга. В приватном парке, он просто от зависти, я думаю, у него ягодички сведет. Про это не забываем. И как любой политический проект, вот почему так сложно, в том числе для меня, почему вот это вот как бы обозначение, там, причисление себя к феминизму, оно проблемно, потому что как любой политический субъект, феминизм как-то определяет своего субъекта. И феминизм, политический проект, не хочет какого-то, ну, гетерогенного, что ли, этого субъекта, да, он субъект определяет очень конкретно, и ты, становясь феминисткой, попадаешь невольно вот в эти, попадаешь в эти рамки, да, которые ты сам проблематизируешь. Ну, не то, что нормальные, но феминистки не тоже, ну, люди, те же системы, иерархии появляются, но этот минус целой системы уже, где люди уже начинают что-то, я столько сделал, ты меньше сделала, и уже иерархии, и тогда я больше прав имею, чем вот ты там, и ты подожди, когда ты будешь иметь 40, так ты, может, напишешь там, либо ты газету. Я думаю, что если мы это не... Это, что если взять так... Я не знаю, просто как женщины и мужчина, если взять эти две категории... Five, 4 years before, and we just came back and just started to think of sister, what we could do in the film about that. And it was like 2 years we were thinking, but we're two of us in fact, and just I know. And when we met Rasa and Julia, and we the idea of Lady First, the Light Lab, and the thing why we created the like registered organization, it was like some bureaucratic things, because we wanted, in fact, at first we wanted to have some unregistered organization where people can just join us and to make the thing with us, some active things, but just we had to create, so it's like a registered organization. And in fact, А еще здесь есть река Невежес. Вот она. Я думаю, что нету никакого барьера, когда дети начинают спрашивать. Comfort
and when one just accidentally seeing a naked person, so it's like. We'll be right back.